Пане Романе, я пропоную розпочати сьогодні розмову із ситуації на Сумщині. Сьогодні вже її обговорила із речником Державної прикордонної служби. Ну, власне, запитувала, що ж відбулося безпосередньо у селищі Рижівці на Сумщині. Чи ступала там російська нога, нога Охматівська, тому що Рамзан Кадирів виклав відео про те, що там російська ганчірка була повішена, власне, як символ того, що нібито там працювали росіяни і що нібито вони навіть ледь не захопили це село на території Сумської вже області. В Держприкордонслужбі кажуть, росіян станом на зараз там немає, працювала ДРГ, хоча зараз вони працюють там не так активно, як раніше, тенденції трохи менші. Більше того, сьогодні від Генштабу була інформація, що це їхній прапор був навіть замінований. Ось такою була провокація, не тільки пропагандистська, а й з метою того, щоб постраждали наші військові. Втім, наші спрацювали на ура, цю ганчірку зняли, ніхто не постраждав, ну і селище наразі, звісно, контролює українська сторона. Але чи початок це? Ну от різне відношення між гражданськими і воєнними якимось діями, тим більше з інформаційного поля. Ну, воєнні взагалі ніяк на це не реагують. Хто-то куди-то забіжав, повісив якийсь аквафреш свой и тратить на это еще, допустим, беспилотник или группу или еще что-то, ну, это из области ненужных действий, как минимум. Военные так не видят. Это проблема артистизма, артистов. Вот с той стороны тиктокеры, мы же знаем, там часть кадыровцев, это тиктокеры, они в основном воюют в фейсбуках, в тиктоках. С нашей стороны это восприятие какое-то, артистизм. В это время, пока возились этой тряпкой российской или там занимали время информационным потоком, в это время россияне продвинулись на нескольких участках, погибли наши ребята, мы потеряли там определенные по позиции, да, сами где-то наступали, уничтожили одно, другое, третье. То есть это несоизмеримые абсолютно понятия. Кто-то куда-то забежал, тем более, что такое село в трансграничной зоне. Да там у нас десятки сел, которые разделены где-то границей вообще Украины и России. Там, если начнем бегать друг за другом, вешать туда-сюда тряпки эти самые, то или снимать их, у нас просто не будет времени на основные боевые действия. Это больше информационный поток, причем он загаживается с двух сторон. И с российской стороны в качестве ИПСО, и с нашей стороны в том числе. Почему? Потому что ну, целый день по всем каналам рассказывают, как мы героически сняли российский аквафреш где-то в каком-то пограничном селе. До этого этого не стоит. Такое. Ну, я просто, у меня военное видение, у нас все-таки военное обозрение, потому это немножко из области, еще раз повторюсь, какого-то цирка, это клоуны там как-то занимаются этими вопросами. Вот смотрите, потратили, допустим, беспилотник на уничтожение этой тряпки российской. Был бы я командиром этого подразделения, уже бы как минимум на губе бы у меня сидели. Знаете почему? Потому что лучше бы этот беспилотник уничтожил глубже в российской территории какой-нибудь трансформатор, который питает военный объект. Или уничтожил какой-нибудь из БМП, БЭТРов, ну и так далее, и тому подобное. Поэтому не стоит внимания такого рода действий. Никто там никуда не заходил. ДРГ болтаются по серой зоне опять. Что такое серая зона? У нас линия границы – это пока еще не линия боевого соприкосновения. Вопрос почему? Мы уже тоже несколько раз с вами проговаривали это. 600 километров границы между Украиной и Россией. Там где-то пограничники стоят, друг с другом перемигиваются с собачками. Знаете, пограничник с биноклем и с собачкой. Ну, примерно так это выглядит. Там нет реальной линии боевого соприкосновения. Пока у нас война какая-то, какой-то похож на какой-то договорняк. 400 километров, у нас 1000 километров границы с Россией. 400 километров между Донбассом и Россией воюем.
а вся остальная граница, ну вот где-то пограничники, где-то какой-то тиктокер с кавказских гор спустился, представляете, это ж сколько надо было протоптать, с Кавказа спуститься вниз, протоптать несколько сотен километров для того, чтобы повесить аквафреш где? В Розовке? В пограничье с Теткино? Тем более, опять же, что такое это направление? Это вклинение в нашу границу. То есть, ну так сложилось. У нас граница там проходит. Это как раз Теткино, российская территория. И вот граница ее обходит, Теткино, со всех сторон. Если бы карта была, было бы четко понимание, где это вообще происходит. Вот, вообще отлично. То есть вот от Теткина на запад это как раз Розовка. Вот она практически от Теткина отделяется там какой-то узкоколейкой и линией границы. Так вот, все это вклинение, по большому счету, с точки зрения боевых действий, оно уже давным-давно должно быть аннексировано нашей армией, то есть срезано это вклинение в российское, это Теткино. Мы уже должны были давно занять Теткино. Почему? Потому что в три раза меньше станет линия боевого соприкосновения. Это называется срезать вклинение противника. То есть военные воспринимают вот такую даже линию границы, как вклинение в нашу территорию. Они там еще где-то тряпку повесили. То есть по большому счету сейчас надо вывести туда определенное количество сил, средств, срезать, то есть аннексировать российскую территорию на определенное время и выровнять фронт, уменьшить его в три раза. И тогда тиктокеры вернутся, я думаю, на Кавказ. Харківщина. Давайте поговоримо про те, що відбувається там, пане Романе. Між іншим, ахматівці працюють там також. Вони працюють, увага, тим, що мотивують російських військових іти в бій. Ті не дуже хочуть, активно потрапляють в полон до українських військових. Ми чули про ці тенденції минулого тижня. Вони за грядотрядами там працюють, ці ахматівці, ну і посилають їх ж на штурми. Зокрема, у Вовчанську. У Вовчанську бої страшні, кажуть, вуличні, міські дуже непрості. Непрості як для нас, так і для них. Водночас констатують, що нам навіть вдається відвоювати певні позиції, дещо йти в контратаки, попри складну там ситуацію, попри те, що ви неодноразово розповідали про зручність там для росіян, про це плече підвозу і про те, як можуть вони підсилюватися там. А загалом харківський напрямок від Куп'янська до потенційно можливого Золочева. Які ваші оцінки? Та же самая картина, еще раз повторюсь, похоже на какие-то договоренности, непонятные какие. Вот смотрите, 70 километров фронта в районе Харькова, от Харькова до Волчанска, как-то россияне заскочили. Сколько? 10 тысяч россиян на том направлении. А вот если дальше взять на восток или на запад, вообще никого нет. Пограничники с собачками патрулируют границу, но из области какой-то фантасмагории. То есть пока на данный момент не видно ни серьезности каких-то действий у россиян, ни, кстати, у нас противодействия тоже на этих направлениях абсолютно не серьезности, по крайней мере, непонятно. 10 лет войны между Украиной и Россией, а у нас на линии границы даже фортификационных сооружений по некоторым позициям не возведено. У россиян почему сейчас они не развивают это направление? Да они просто боятся. А сейчас объясню почему. Это ж направление на Москву. Вот почему они топчутся на югах у нас? Это от Москвы на юг. А вот это направление в сторону Москвы, на Белгород и в сторону Москвы, это как раз опасность для россиян. Можем не зупинитися? Можем идти и упинитися в Москве? Ну, так там 500 километров, 450 от самой ближней точки нашей границы до Москвы, 450 километров. Это сколько, если на машине, даже просто на машине, за 5 часов, за 6 часов долететь можно. То есть для них это довольно-таки опасное вообще направление его раскручивать в этом смысле. Они с опаской это делают. Почему? Потому что если действительно развернемся и начнем в эту сторону работать, то есть в сторону Москвы, не переться там, допустим, на без авиации и без ракет в сторону Токмака, от Москвы, получается, на юг, а развернуться и в сторону Москвы двинуться. Вы же представляете, чем это может закончиться? Там же нет линии Суровикина, там вообще кроме Ахмата ничего нет. А мы же видим, чем они занимаются. Тряпки развешивают, фотографируются и выставляют в этот самый.
зачекинились и побежали. Сейчас они действительно пытаются там мотивировать, очень хорошее слово подобрали, спасибо, мотивировать российских бойцов не убегать с линии фронта в районе Волчанска. Почему убегают? Да потому что давим. Сколько их там? 10 тысяч? В не очень хорошие позиции изначально. Задачи там закопаться у них так никто толком и не поставил, потому что не знают, для чего они туда вообще побежали. Связали наши войска? Да, связали. Пришлось оттянуть силы, средства, двинуться в сторону Харькова. Но здесь, я так понимаю, сейчас россияне уже начинают мандражировать. То есть им уже это направление не надо. Не подобается. Конечно. Они сейчас понимают, если мы сейчас развернемся, начнем движение в сторону Белгорода, а уже начали, самое интересное, хаймерцы пошли, самолеты полетели. То есть да, довольно-таки там сколько беспилотников. Сейчас весь Белгород в наших беспилотниках, вся Белгородская область. Это примерно та же самая картина, как в направлении восточного, западного фронта. Вот та же самая картина в сторону Белгорода. Они так, мягко скажем, офигели от вообще боевых действий как таковых. И сейчас, естественно, всю глубину действия боевого радиуса наших средств поражения мы ж не видим этой границы. Но военные границы же не замечают, сами понимаете. То есть сколько есть, до чего можно достать, до того пытаются достать. У нас ребята вообще беспилотниками вешают ретрансляторы, вот эти самые. Баба-Яга может зайти километров за 50, за 70, там, потушить половину Белгородской области под прямым управлением, не говоря уже, допустим, о FPV-дронах. То есть направление для россиян очень неудобное. Потому я не думаю, что они широкоформатно сейчас там где-то еще начнут какие-то действия. Я так думаю, что они сейчас будут стараться потушить, как называется, дали детям спички. Взяли, сожгли, подожгли, теперь не знают, что с этим делать. Они будут пытаться выйти из этой ситуации, вот где-то в ближайшее время. Как, какими методами, вплоть до договоренности. То есть, могут опять через каких пап римских каких-нибудь, там, через китайцев, попытаться затушить эту линию фронта, которая сейчас там разгорелась, и сказать, что вроде как ничего и не было. Ну, посмотрим. Вот одна из... Потом, как с вами на эту тему проговорим, может быть, в середине лета. Думаю, что точно вы цього не скажете про напрямок Покровський, про Часовоярський, про те, що відбувається там. Бо там видається непроста ситуація. Військові, звісно, кажуть, що вона контрольована. Я пропоную з Часового Яру все-таки почати. Ви знаєте, минулого тижня знову зустріли інформацію. Deep State повідомляв про те, що росіяни намагаються використовувати знову трубу. Як вони це робили, пригадаємо, в Авдіївці. І зайшли тоді в тил нашим військовим. Ну і, власне, тоді ми мали певні втрати. Таку саму трубу вони намагаються використовувати зараз і в Часовому Яру. Вона пробивається нашою артилерією, ми їх там успішно двохсотимо. Водночас вони намагаються рухатися і тиснуть на Часів Яр. Яка ситуація? Часов Яр для нас, вона, звісно, удобніше його обороняти. Там різниця по висотам є. Сам гарнізон дуже довго там стоїть. Зарились хорошо, неплохо, по крайней мере. Сил, средств там, конечно, сейчас меньше, чем даже чем было, я бы так сказал. Почему? Потому что, допустим, ту же 92-ю бригаду сняли с Часовьяра и перебросили за три дня до наступательных действий россиян под Харьковом. Ну, то есть наша разведка знала, прекрасно принимали эти решения, вот сняли бригады с этого направления. То есть с точки зрения военной логики россияне добились там... Розтягнули сили, те, що планували. А ми з вами сколько там? Несколько місяців це говорили. Не бойтесь там по Харкову максимум, що їм треба, щоб ми просто наші резерви і сорвали бригади з Восточного фронту. Що і произошло. Тобто, це ж логіка бойових дій. Тут нічого нового не придумаєш. Там все розписано, на карті написано практично. Тільки треба знати, як її прочитати. Сняли действительно, и естественно давление увеличилось по всей линии Восточного фронта. Начиная от Угледара, даже чуть западнее со Старомайорского, это Веремьевский выступ, и заканчивая, ну, наверное, Белогоровкой, даже, может быть, севернее, до Тернов, до Макеевки практически Луганской. То есть вот этот участок фронта россияне начали довольно-таки сильно. В Часовьяре действительно сейчас очень тяжело.
Ну, эти там попытки пройтись по водоводу, это труба, там же идет водовод, который идет с Райгородка, это Северский Донец под Славян. Канал, да, который подымал в свое время воду аж Верхнекальмевское водохранилище в Донецке. Дальше она растекалась по всему Донбассу. Так вот там часть канала идет вырыта, отрыта, то есть как река практически. Рядом трасса идет, а часть по некоторым позициям под воду, по землю уходит. Труба, действительно здоровая труба, которая прокачивает эту воду уже под землю. И вот россияне попытались по этой трубе пройтись. Помните авдеевские механизмы. Ну, не сложилось. То есть у нас тоже спецы там есть. Похоронили в этой трубе. Придется там потом долго раскапывать, запускать, потому что без этой воды, конечно, Донбасс не выживет. Но, тем не менее, остановили, но россияне продвинулись до водоканала. То есть по некоторым позициям дошли именно до водоканала. Сейчас там мы остановили, потому что используем этот водоканал как такую полосу препятствий для россиян. Нельзя сказать, что это там фортификационное, но, по крайней мере, хорошо простреливаемое и с использованием рядом идущей трассы. В свое время мы по ней в 2014 году гоняли войска для того, чтобы менты не видели донецкие. То есть там нет перекрестков, так сказать. И вот, используя это, сейчас Часовьяр держится. Ну, очень тяжело, и у россиян это идея фикс уже, им Часовьяр взять. Даже они там не сильно рассчитывают двигаться дальше, там, на Константиновку или там на Славянск, на Краматорск, понимаете. Ну, це вже там, як конечно, Бахмут, це вже як Авдіївка. Это у них, да, такая вот идея фикс, и они будут, так сказать, выжиматься, отжиматься, но будут, конечно, там давить. С одной стороны, конечно, было бы у нас достаточное количество сил, средств на этом направлении, можно было бы использовать как плацдарм для уничтожения россиян как раз это направление. Там удобное расположение, и батареи неплохое, и авиация может подойти с низов, работают. Кстати, довольно-таки хорошо сейчас начала работать и армейская авиация, то есть вертушки подходят отрабатывать, летчики подошли уже, самолеты Су-25, Су-24, маловато, правда, но вот в основном Су-25 работают. То есть авиация помогает пацанам, хлопцам нашим держаться, но тяжело. Пане Романе, росіяни намагаються рухатися до траси Покровсь-Константинівка. Ну і навіть, я так розумію, вони мають там також певні тактичні успіхи. Загалом цей відтинок, наскільки і він горить? Ну, із реалій. Перебросили резерви, уменшилось количество, естественно, средств пораження, боєприпасів. Чому? Бо що на Харків були переброшені довольно-таки великі сили. Россияне тут же этим воспользуются. Эта задача и стояла. Даванули довольно-таки серьезно. По некоторым позициям пришлось отходить. До сих пор отходят. Если смотреть этот участок от Черетина до Нетайлова, ну или там до Карлов, или там до Песок, вот где-то несколько десятков километров, так они по всему участку давят очень сильно. Там не только задача там выйти на саму трассу, а отдавить нас за вторую линию обороны. То есть до Карлов. Вот, за другую уже линию обороны? А вторая линия, район Карловки, а Черетина, это ж, вот если просто нет карты высоты, если была карта высоты, так вот Очеретинская гряда, она идет от Очеретина, Черетина самая высокая точка, и дальше идет за Карловкой, западнее, и дальше до Курахова, западнее Курахова. Вот эта гряда, это вторая линия обороны. Считать как линию обороны географическую. Так вот они на получается, ее уже перетекление. Сейчас со снижением идут к трассе с Покровска на Константиновку. Почему они нас, в принципе, выдавливают? Мы практически катимся то есть вниз, в низины уходим. Та же самая картина в районе Карловки. То есть они выдавливают. Вы помните, несколько месяцев, если не лет уже, говорим, что основная задача у россиян – это отодвинуть линию границы до Карловки, Карловских водохранилищ, то есть выдавить за линию обороны. Но вот это, в принципе, россияне уже выполнили. Вот за несколько месяцев или лет
То есть они это 30, больше 30 километров от Донецка. Это как раз то расстояние, безопасная зона для того, чтобы нельзя было доставать армейской артиллерии до какой-то точки. Вот они эту задачу выполняют. То есть они отдавили от севера Донецка до Карловки, практически уже додавили до Карловки. Они уже в районе Нетайлова на этих прудах водохранилища уже на них вышли. То есть, я думаю, дело времени, когда мы отойдем, мы сами отойдем. Дело в том, что у нас сзади, получается, за спиной, в районе Карловки водохранилище, и дальше оптимально, конечно, отойти и подняться на высоты уже правого высокого берега, десятков метров превышения. Самая картина впереди нас ждет, может стать в районе Курахова. Та же картина, там также Кураховское водохранилище, они соединены с Карловским, там река Волчья идет. И еще одна Волчья, кстати, много Волчьих, так как и в Волчанске. И россияне будут пытаться в ближайшие несколько месяцев нас выдавливать как раз до второй линии обороны, это уже вот в районе Карловки, Курахова. Чуть если южнее смотреть, это все один фронт, а то есть одно давление. Чуть по южнее посмотреть Курахова, вернее Карловки, это Новомихайловка. И вот еще одна Константиновка, так называемая, там трасса идет, ну, дорога идет с Константиновки на Угледар, то есть одна из таких тоже основных дорог. Вот они сейчас практически подошли к Константиновке с Новомихайловки, выдавили нас, наш гарнизон оттуда, общее направление, то есть опять же, ко второй линии попытаться еще как-то срезать с севера, срезать снабжение самого Угледара, потому что просто в лоб Угледар им, конечно, не взять. Уже три состава 155-й бригады Владивостокской российской. Это та, что бригада Франкенштейнца, вона вже там вся? Это же одна уже третий состав пошел по третьему кругу. То есть, но тем не менее, не меняют название. То есть там, скорее всего, во Владивостоке трипанги не поймут, если обратно они не вернутся, пока они с этим названием. То есть давление по Восточному фронту увеличилось, что вами предполагали. То есть вот это топтание в районе Харькова, оно привело к уменьшению плотности наших войск на Восточном фронте, и россияне тут же этим воспользуются. Одна из задач, которая сейчас там на этом направлении у россиян, где-то прорвать фронт и дальше в прорыв зайти уже на оперативный простор тем частям, которые там у них есть под Донецком. Там несколько серьезных соединений, можно даже так говорить, резервов, которые еще не тронуты, они их и не вводили, они ждут прорыва для того, чтобы можно было добежать, по крайней мере, до Покровска. До Покровска, хочу будут смотреть. А в Сполучених Штатах Америки кажуть про певне перезавантаження цього літа російсько-української війни. Вони кажуть про те, що завдяки допомозі від США ЗСУ цього літа можуть повернути собі військовий імпульс на полі бою. Про це, зокрема, у виданні The Hill сказав Лінсі Грем, відомий республіканець, який, між іншим, з візитом був в Україні в тому числі. Загалом всі події, які відбуваються на міжнародній арені, пане Романе, наскільки нам вдасться повернути собі цей імпульс влітку, бо червень видається дуже гарячим. Не тільки гармати стріляють, а й дипломати говорять. Ну, да, з дипломатією не сложилось у нас. У нас, як тільки дипломатія влазить в бойові дії, закінчується для нас якраз великими проблемами. Тому воєнні не дуже люблять дипломатів, політиків і всіх інших прихлібателів у бюджета страны. То есть есть эта проблема. И сейчас та же самая картина. Лето, выборы. Вот сейчас закончились выборы в Европарламент. Ну, хорошие результаты для нас, в принципе. Все-таки осталось у руля и основным таким центрообразующим Европейская народная партия, проукраинская, проевропейская. Потому можно сказать, здесь можно выдохнуть, то есть помощь Европы для нас обеспечена. Есть некоторые моменты, связанные там с провисанием у Шольца, у Макрона. Ну, кстати, такое же самое проседание по выборам у того же Орбана и Фицо. То есть и у них не сложилось в этот раз со словаками и с венграми. Не дали им той поддержки, на которую они рассчитывали. То есть Европа у нас, в принципе, можно сказать, с нами, проблем здесь не будет. Ну а до Белого дома, конечно, еще несколько месяцев.
тут растяжка по времени, еще лаг по времени для нас есть, пока не сильно страшно. Но вот то, что республиканцы нас поддерживают, это ж не один только Грэм. Грэм хорошо говорит. Да, там довольно-таки серьезное крыло, ну пусть небольшое, оно уже, конечно, усохло, рейгановское крыло, эти ястребы антироссийские, которые точно нам будут помогать. И Грэм правильно говорит, то есть возможность получить импульс, причем импульс тот, о котором в свое время, может быть, если вспомните, говорил генерал Залужный. Нужны высокотехнологические механизмы и средства ведения боевых действий. И вот об этих как раз механизмах и говорит Грэм. Я не буду, допустим, там, мечтать пока о томагавках, хотя чем черт не шутит. Когда-то можно было мечтать, помните, даже о стингерах мечтали. А сейчас уже и атакамсы есть. Потому, может, еще и томагавки когда-то появятся. Это все-таки ракеты крылатые с дальностями до... Знаєте, така ситуація, Роман Григорович, що наші мрії тут, на жаль, але матеріалізуються. Да? Коли б ми думали, що будемо мріяти про французькі міражі, про швейцарські гріпени шведські, про F-16 американські, а це зараз найбільша мрія, звісно. Про крила далі давайте поговоримо, за браком часу, я хочу все це встигнути з вами обговорити. F-16, наші навчаються, кажуть, що до кінця зими буде певна кількість пілотів наших підготована, хоча чула одну із версій, що у нас виявилось не дуже достатньо пілотів, які можуть керувати F-16. Франція обіцяє міражі, з гріпенами поки затримка, але розмови про ці є. На яких авіабазах будемо тримати, бо росіяни погрожують нашим партнерам, кажуть, що якщо з їхніх аеродромів буде злітати F-16 і залітати в український простір, працювати по росіянам, вони будуть відповідати. Що з крилами в українському небі? Чи скоро? Ждем с дня на день, называется. То есть зачастили к нам министра обороны тех стран, которые нам будут передавать самолеты. Мы же это слышим прекрасно. То есть отношения идут, я думаю, с дня на день, может, с недели на неделю первые самолеты все-таки будут заходить. То, что у нас летного состава недостаточно для F-16, ну, это было с самого начала понятно. То есть нам надо около 500 самолетов, это значит 400 летчиков. А реально это до 500 летчиков для того, чтобы полностью выполнять боевые задачи. Но пока ни 200 самолетов не видно, ни 500 летчиков. Мы сейчас говорим о цифрах, может быть, в 1-2 эскадрильи, то есть в районе 2-3 десятков летного состава, примерно столько же и самолетов, то есть которые будут там до осени, это точно. Заходить будут парами, может быть, звеньями. Хотя реально оптимальный вариант, то есть располагать эскадрилью, 12 самолетов, командир эскадрильи, то есть так сказать, полный механизм управления летным составом, в том числе и инженерно-техническим составом, это эскадрилья, одно из основных подразделений. Потому 12 самолетов, 12 летчиков, на это и будем рассчитывать. Вопрос, когда они зайдут, ну, в течение лета точно первая эскадрилья у нас, наверное, должна быть. Будут выполнять они задачи сначала, ну, будут втягиваться в боевые действия. То есть сразу на Москву никто не полетит. Хотя хотят, но не полетит. Естественно, сначала начнут с запада нашей страны, то есть возьмут какие-то сектора под контроль, скорее всего, в режиме противовоздушной обороны. Будут использовать те средства поражения, которые будут нам передаваться, типа ракет тех же «Хармов» по линии боевого соприкосновения. Ну, будут выходить для выполнения боевых задач, дальше уходить на запад страны. А дальше, естественно, если передадут еще джазом те же ракеты, которые тоже будем запрашивать, они же будут использоваться. Потому степ-бай-степ, не будет обвала, так сказать, зашло 200 самолетов, и все, россияне за Урал убежали. Такого не будет. Что думаете про «Миражи»? Потихоньку будем заходить. «Мираж» один из таких же тоже вариантов. Сейчас нам важно Су-24 наши заменять. Почему? Потому что основной носитель тех же Storm Shadow, Скалпов и в том числе и Хаммеров. То есть у нас как минимум 3-4 те же ракеты, допустим, противорадиолокационные. Потому нам важно еще один самолет. Это получается, были бы уже много F-16, может быть, за «Миражи» никто не вспомнил.
Но так как недостаток будет точно однозначно, потому «Миражи», я думаю, тоже мы где-то до эскадрильи получим. Летчики уже летают, скорее всего, на «Миражах». Помните, когда-то группа уходила с Великобритании на «Альфа-джет» летать во Францию. Так вот, «Альфа-джет» — это боевой самолет, с которого потом не на F-16 летают, на «Миражах» и на «Рафалях». То есть это как раз «Альфа-джет». Ну, про «Рафали», на жаль, Макрон ничего не сказал. Ну, с «Рафалями» не сложилось, скорее всего, а «Миражи» они свою задачу выполнят. Еще раз повторюсь, «Скалпы», «Сторм Шэдоу» подвесят на них, «Хаммеры» на них подвесят, то есть управляемые авиабомбы очень хорошо себя показали. «Мика» ракета «Воздух-воздух» и «Экзосет». Почему-то мало кто об этом говорит, а одна из основных ракет — «Воздух-корабль», то есть противокорабельный «Экзосет», его очень хорошо им работает «Мираж». И по большому счету «Миражи» вообще можно будет эту эскадрилью передать тому же НИИ «Шпапе», и он сделает из нее, по крайней мере, так называемую морскую авиацию, потому что это очень важно. Вот мы же видим, как «Магура» ходит и их расстреливают вертолеты. А как раз истребители или вот такого рода самолеты, это многофункциональный истребитель-бомбардировщик, который даст возможность морякам в том числе работать в акватории Черного моря. Потому один из вариантов — это вот на НИИ «Шпап». Ну и, естественно, база может быть в той же Румынии. Почему на россиян не надо обращать внимание? И, наверное, никто и не обращает внимания, что они там себе топчат. Дело в том, что в Румынии уже база готова, и там уже есть французские летчики. Потому посмотрим еще, кто летать будет на этих самолетах. Я не исключаю вероятности, что и летать будут в том числе французы. Ну, це, між іншим, окрема дискусія, і вона має місце на життя, тому що і американці свого часу казали, деякі з колишніх пілотів казали про те, що ми би з радістю літали в українському небі і, в принципі, використовували свій досвід. Можливо, це можна якось обійти, ці бюрократичні процедури, але це окрема дискусія, довга. Ще дві важливих теми. Пише Sky News, українська військова авіація вперше завдала удару по цілі на території Росії. Удар відбувся в районі Білгорода. Російський командний вузол там був уражений. Мається на увазі українська вітчизняна авіація? Те, що ми маємо в своїх арсеналах зараз, чи про що це мова? Ну, во-первых, неправильна інформація. Чому? Це не перший удар по російській території авіації, нашої авіації. З 22-го року ребята працюють по російській території. Більше скажу, заходили на російську територію і колони розстрілювали російські, які пытались зайти на Супщину и на Харьковщину. То есть на российской территории, на Кульщине, на Белгородчине, на Брянщине. Понятно, втихаря летали, потому что на предельно малых высотах никто, так сказать, в эфир это не передавал, так как есть некоторые моменты. Но, тем не менее, выполняли. Пусть будет так, что это там первый официальный, допустим, выход работы наших самолетов. Это наши самолеты. Скорее всего, это Су-25. Скорее всего, Су-25. Сейчас на них повесили «Хаммеры». Уже «Хаммеры» — это как раз вот французские планирующие авиабомбы, которыми они неплохо работают. Потому это мог быть «Хаммер», то есть могли отработать. Либо, может быть, нашей противорадиолокационной ракеты. У нас они тоже есть. «Воздух-земля». Может быть, той же ракетой «Харм» американской. Кстати, россияне, ну, я не знаю, в информационном потоке там, наверное, несколько десятков есть видео доказательств том, что ракета «Харм» работала по российской территории в течение всех этих там полутора-двух лет. То есть радиолокационные станции мы выбивали именно «Хармами», там просто заход ракеты, оперение, оно чисто под них. Потому не первое, так сказать, и не последний, естественно, удар. Ничего здесь страшного нет. Не страшно, имею в виду, ничего тут необычного нет. Информационный поток, может быть, сейчас начинает уже. Это для того, чтобы россиян разогреть, пусть еще там поподгорает, по крайней мере. Уже идет полноценная работа, боевая работа авиации, в том числе, по территории противника. Су-57 російський і аеродром Ахтубінськ, пане Романе. Су-57, розкажіть про цей новітній літак. Сьогодні, мені подобається, українські ЗМІ розійшлися заголовками про те, що Путін скаженіє від цієї історії.
Так и есть. Здесь двойная проблема у Путина. Первое, то, что этих самолетов немного, он на них, их много на них поставил, они производить их много не могут, они еще эскадрилью толком не набрали, там 12 самолетов нет, а тут одним ударом, заходом, по-моему, трех беспилотников, гуровских, наши украинские беспилотники, ГУР туда их долетели, хлопцы выполнили боевую задачу, как минимум один самолет. Астраханская область, так, глядачам. Да, это Волга, да, это как раз Волга, вот на Волге недалеко от, от Каспийского моря, там Астрахань и Каспийское море, то есть Ахтубинск. Там, если там есть определенный центр, там расположены были несколько этих самолетов, естественно, гуровцы срисовали, достали, скорее всего, нашими лютыми, есть такие у нас хорошие беспилотники, я сейчас фантазирую, с одной стороны, потому что нет подтверждения, но по дальности, по крайней мере, для него 600 километров не проблема. Не круг. И, да, и боевая часть, где-то вот, исходя из того фото, которое есть, килограмм 50. Взрывчатки, это как раз лютого БЧ. То есть выполнили задачу, как минимум один самолет точно поврежден, потому что рядом в метре в полутора взрыв 50 килограмм, это точно там шасси уже нет. Вся механика самолета, крыла, по крайней мере, повреждена, может быть, и посечено. И причем, если самолет стоял, значит, его не смогли отбуксировать. То есть скорее всего, проблема там серьезная. То есть вывели из строя. Почему Путину для этого, для Путина проблема двойная? Первое, то, что самолетов немного, и эти самолеты уменьшились процентов на 20, ну, то есть одним там ударом, это раз. А второе, то, что он не хочет, чтобы к этому самолету привлекали внимание. Почему? Потому что это очередная российская вундервафля. Он распинался несколько лет о том, что у него самолет пятого поколения на выходе стоит там за сотни миллионов долларов, берите, покупайте и так далее и тому подобное. И вот после того, как все поняли, что этот самолет, во-первых, никакого не пятого, максимум 4.2 плюса, то есть и двигатели у него не сложились, то есть эти движки, которые на нем стоят, они не вытягивают на пятое поколение. Авионика 35С, Су-35С, ничего там нового нет абсолютно. Ну, естественно, с радиозаметностью не сложилось. Его он светится, как новогодняя елка на всех локаторах. Потому, а это японцы не дали просто в свое время полимеров для производства обшивки. И все. И у них не сложился этот самолет. А тут еще и 2, представляете, это для деда беда.